Достижения страны за годы независимости в цифрах и фактах. На этот раз в цикле материалов «Новый Казахстан» речь пойдет о химической промышленности Казахстана. За прошлый год объем производства химпродукции составил 185 миллиардов тенге. Гульнара Муксинова расскажет подробнее. В Казахстане, располагающем внушительными запасами углеводородного сырья, химическая отрасль обладает большим потенциалом. Чтобы не стать страной с моносырьевой ориентацией, в стране активно развивается нефть- и газопереработка, химия и нефтехимия. В стоимостном выражении объем производства химической продукции за 2013 год составил 185 миллиардов тенге. Индекс физического объема 103,3%. Доля отрасли в общем объеме промышленности 1%. В общем объеме обрабатывающей промышленности 3,1%. Наблюдается рост производства по следующим видам продукции. Окиси хрома на 5,8%. Фосфора на 3,7%. Серной кислоты на 10,8%. Бихромата натрия на 1,3%, аммиака на 14,5%, азотных удобрений на 14,8%, красок и лаков на 25,5%, моющих средств на 62,6%. В Жамбылской области в 2013 году в рамках карты индустриализации реализован инвестиционный проект по производству серной кислоты мощностью 650 тысяч тонн в год. В Павлодарской области на территории СЭС Павлодар два инвестиционных проекта по производству товаров бытовой химии и по производству дезинфицирующих средств. Всего на сегодняшний день в Казахстане действует 248 предприятий химической промышленности.